Российские летчики в Сирии точными ударами сорвали планы террористов, готовивших масштабное наступление на город Хама. Как рассказали сегодня в Минобороны России, военным стало известно, что боевики ИГИЛ стянули к этому городу силы и намереваются атаковать его с разных направлений. И вот за два минувших дня самолеты выполнили 85 вылетов, поразив почти 280 разведанных целей. Уничтожены в том числе минометная батарея и склады с оружием. Удары наносились сразу в нескольких провинциях. В свою очередь, на земле сирийским войскам удалось разгромить сразу 7 крупных отрядов террористов численностью около 1000 человек. В провинции Алеппо правительственные силы вернули под свой контроль авиабазу «Кувейрис», которую боевики удерживали больше 2 лет. Все это стало возможным благодаря мощной поддержке с воздуха. Увидеть, как работают российские летчики, сегодня смогли иностранные журналисты. Мы с ними поделились актуальнейшей информацией. Именно объективный видеоконтроль с беспилотных летательных аппаратов в части, касающейся результатов применения нашей авиации по объектам инфраструктуры боевиков на территории Сирийской Арабской Республики. Видно, что очень впечатлений много у наших коллег из-за рубежа. Они действительно поражены профессионализмом наших пилотов, профессионализмом обеспечивающего всех служб. Ну и самой вообще инфраструктурой, которая создана именно для жизнедеятельности здесь, на авиабазе Хмеймим, в Сирийской Арабской Республике.